Всем здравствуйте. Это вот вторая картинка из недавней арт-сессии моей, когда у меня было желание нарисовать водопад. Здесь тоже присутствует вода, значит, очень много эмоций. Вот она выбралась. Сюжет я, конечно, выбираю, да, какой мне ближе сейчас по внутреннему состоянию. Конечно, мне хотелось каких-то и телодвижений. Вот листья, когда мы делаем, тут я поняла, что мне нужна более специальная кисточка, наверное. Хотя и так, в принципе, как бы окей, она сделала свое дело. Цветочки, парочка уточек. Парочка уточек — это прям уже очень хорошо тоже. То есть это общение, это взаимодействие с кем-то, ты не один, да, и красота природы. Сверху красота, снизу красота, вокруг красота. Арт-витаминка с вами. Присоединяйтесь, любые инструменты подойдут. То есть начинать можно с любых инструментов. Главное, чтобы был лист бумаги, ваше желание и то, чем вы будете рисовать. Благодарю за просмотр. Контакты внизу. Спасибо.